Значит, ну, коль мы затронули тему строительства, у нас завтра представители Окса выезжают в Ярославль. Это связано с изготовлением металлоконструкции. Будут работать там уже на площадке, непосредственно у исполнителя. Так что работа идет. График пока не догоняем, к сожалению. Так, следующий момент. Значит, я чате номер один также выкладывал программу. Значит, у нас 18 декабря состоится встреча на площадке Сколково с представителями проекта АО «Трансмаш Холдинг». Сколково приглашает на эту встречу, на пич-сессии, целый ряд предприятий инновационных, которые являются участниками Сколково, с тем, чтобы каждый презентовал свой проект перед руководством «Трансмаш Холдинг». Значит, нас тоже туда пригласили. Выступление нашего представителя запланировано после 16 часов в секции тяговой системы диагностика. Перед нами будут выступать представители компании EMH с темой проекта «Энергоэффективность синхронный реактивный двигатель». Вполне вероятно, что там будет и представлять этот проект, возможно, доктор с мехатронных систем. Будет интересно, надеюсь. Хотелось бы задать ему прямые вопросы насчет доверия Роспатенту и патентному ведомству Соединенных Штатов. И немножко проверить его знание патента, которому он оппонировал. Патенту от 2018 года было бы очень интересно. Ну, посмотрим. Не за горами 18 число. Возможно, удастся побеседовать с ним об Ульям Котлас Альтесе и библиографии работ Хоффмана, которым он тоже, по-моему, апеллировал. Встреча обещает быть томной.